Фильм «Родня» любим миллионами. В нем прекрасно все. И режиссура Никиты Михалкова, и музыка Эдуарда Артемьева, и, конечно, игра великой Ноны Мордюковой. Потише, потише, потише. Никогда. Потише, Тасик. Но зрители даже не представляют, как ругались на площадке Мордюкова с Михалковым. Ой, боже, откуда ж ты взялся такой красавец? Я тут живу недалеко. Иди, занимайся своим делом. Но это была корида. Вначале они столкнулись из-за внешнего вида героини Мордюковой. Актриса очень расстроилась, что режиссер хочет сделать из нее деревенскую тетку с мелкой химией на голове и железными зубами. В те времена Нонна была женщиной ухоженной, которая за собой следила. А по роли предполагалось, что она будет такой простоватой. И она постоянно спорила с тогда еще начинающим режиссером, не таким знаменитым, как сейчас, Михалковым. В итоге Мордюкова согласилась на такую внешность. Что поделаешь, если режиссер так видит? А настоящий конфликт случился во время съемки вот этой сцены на вокзале. Михалкову все не нравилось, как актриса произносит это «эх». Он мучил ее дубль за дублем, а вокруг массовка. Все смотрят, ждут. У меня был пример на всю мою оставшуюся жизнь. Режиссер сделал 14 дублей двух фраз. Я выскочил из съемочного объекта, как ядерный гриб. Они боялись ко мне подойти минут 20-30. Потом все-таки я пришел к нему и сказал: пожалуйста, объясните мне, что было не так? Он говорит, не мог остановиться. Вот и Михалков остановился только тогда, когда терпение Мордюковой лопнуло. Но она взбесилась и пошла Михалкова бить. И очень сильно его ударила. И даже, кажется, туда, куда совсем не нужно, коленом. После этого актриса уехала в гостиницу со словами, что ноги ее больше не будет на съемочной площадке. Михалков понял, что он перегнул палку и бросился вслед за Мордюковой. Я взял девушку коньяку, пришел к ее номеру, постучал, стал на колени, постучал, она открывает дверь. Ну и, короче, эх ты, мы насосались, потом взяли еще и пошли по гостинице, по группе, всем сообщать, что мы замирились, что все в порядке. Несмотря на эту ссору, всю жизнь Михалков и Мордюкова очень тепло относились друг к другу. Любвеобильная актриса даже признавалась друзьям, и ей бы такого мужа, как Михалков, она бы никогда его не бросила. Чисто психологически выдержать эту, так сказать, казачину, я думаю, нужно иметь внутреннюю волю, силу и возможность, так сказать, поставить ее на место. Если бы ей попался человек, который мог бы, так сказать, обуздать это, иметь, так сказать, повод все время, то, что называется, чувствовать повод у всадника, то, может быть, это могло продлиться с кем-нибудь и дольше. Нонна Мордюкова прожила 82 года, и каждая роль ее была шедевром. Настоящая война шла на съемках фильма «Самая обаятельная и привлекательная» между режиссером Геральдом Бежановым и актрисой Татьяной Васильевой. А все потому, что Татьяна хотела импровизировать, а режиссер ей этого не давал. Я великий импровизатор. Мне это дано. Но там я встречала страшный совершенно отпор. Нельзя. Вот все только по тексту. Каждое слово он цеплялся, Бежанов, за каждое слово. Потом я сдалась, потому что я понимала, что это можно с ним спорить целую смену и ни к чему не прийти. Впрочем, дело было не только в импровизациях. В какой-то момент актриса пришла на съемку брюнеткой, хотя начинала сниматься в фильме Бежанова блондинкой. Покрасилась для другого фильма. Ну, конечно же, вообще это недопустимо. Ты должен заходить как артист в определенной форме, в определенном внешности и менять ее, пока проект не закончится, нельзя. Режиссер устроил актрисе разнос и кинулся искать выход из ситуации. В итоге Васильеву стали снимать в шапке. Зритель ни о чем и не догадался. Молодой человек, с вами все ясно.
Актер должен подчиняться. Такая профессия, зависимая. Этот фильм дался тяжело и актрисе, и режиссеру. Говорят, он чуть ли не с инфарктом слег после съемок. Зато кино очень полюбили зрители. Судят по результату. Видите, результат есть. Он снял любимую картину. Чего тут скажешь? Значит, он был прав. Если я тебе говорю, в общем, неплохо, торгуйся. Цены у него еще те. На съемках «Трех мушкетеров» был серьезный конфликт между режиссером Георгием Юнгвальд-Хилькевичем и исполнительницей роли Констанции Ириной Алферовой. А все потому, что актрису режиссеру навязали сверху. Сам Хилькевич хотел снимать Евгению Симонову. Поэтому не сложились отношения. Ир красивая женщина, там все такое, но вот я все-таки Иру знаю хорошо и с режиссером всю жизнь дружил. У него это вызывало то, что ему навязали, скажем так, как он считал. Свои претензии к Алферовой режиссер не скрывал. Порой даже снимал ее без партнеров. Ставили перед актрисой стул, и она должна была отыгрывать с ним сцену, будто разговаривает с Боярским. Ирина Алферова до сих пор вспоминает те съемки как самые неприятные в своей жизни. Ну, я была не нужна в этой картине, поэтому ко мне никто не подходил, меня не снимали, меня не одевали, не обували, не красили, со мной не репетировали. Поэтому весь этот фильм — это я, то, что я могу или не могу. Позже режиссер и вовсе добил актрису, переозвучив ее. С его подачи Алферова заговорила в «Мушкетерах» голосом Анастасии Вертинской. Я знаю, ты спасешь меня. Потому что у Ирины, она, конечно, у нее божественные глаза, и у нее очень милое лицо, но папа считал, что она простушка. Поэтому и вот этот грудной голос без обертонов, очень ровный такой, для Констанции, которая воздушная, легкая, и в которую можно действительно влюбиться, нужен был голос, который порхает. Который был у Вертинской. В итоге Ирина Алферова обиделась еще больше. Но коллеги Юнгвальд-Хилькевича говорят, он, как режиссер, имел право переозвучить актрису. Это вообще нормальная практика в кино. Я сейчас стою рядом с артисткой, которая у меня снималась, но при этом озвучила три главные роли в трех моих картинах, озвучила других актрис. И делала это замечательно. И совершенно незачем обижаться актерам, которых переозвучивают. И нечего грустить тем, кто озвучивает. Поскольку это творчество, это кино, и главное — создать замечательный образ. И замечательный образ был создан. Зрители как раз на стороне Алферовой. Они говорят, она стала идеальной Констанцией. Так что очень хорошо, что ее навязали. Мне, как зрителю, уже не представляется никакая артистка в роли Констанции, говорю, даже мурашки по ногам, как Алферова. Она потрясающе передала роль, мне кажется, даже сверх справилась. Я должна исчезнуть. Боже мой. Войны бывают не только между режиссером и актером, но и между двумя режиссерами. Но для начала вопрос на засыпку. Кто режиссер фильма «Джентльмены удачи»? Так, подождите, сейчас. Ну, конечно, конечно, сейчас. Кто может снять? Не тот, кто бриллиантовую руку снял? Нет, это не Леонид Гайдай и не Георгий Данелия, как многие считают. Хотя он и приложил руку к фильму. На самом деле режиссер любимой картины Александр Серый. Так бы и сказал. У Серова была непростая судьба. В молодости он подрался с другом из-за любимой девушки. Да так серьезно, что сделал того инвалидом. За это режиссер отсидел в тюрьме 5 лет. Ну просто этот человек оказался столь влюбленным и столь ревнивым и нервным, я бы сказала, потому что никакой нормальный человек бы так не поступил. Выйдя из тюрьмы, Серый захотел снять свой фильм, но ему ничего не доверяли. Помог Георгий Данелия. Они вместе учились и дружили. Так Серый получил картину «Джентльмены удачи», сценарий которой написали Виктория Токарева и как раз Данелия. Этот, он тогда к тебе приезжал,
Во время съемок фильма Серый узнал, что у него рак крови. Он часто лежал в больнице, и тогда на площадке его заменял Данелия. Он смонтировал и часть фильма. Я у него все время спрашивала: скажи мне, какой у тебя секрет? Он говорит: я сам не знаю. Вот я так монтирую, что я где-то вырезаю, пропускаю какие-то вещи. Это был большой секрет. Никто из нас не мог склеить эпизод так, как у Данелия. Данелия никогда не присваивал себе лавры Серова. Всегда уточнял, что режиссер картины именно Александр. Дальше меня часто спрашивали: а почему вы сами не снимали, Георгий Николаевич, эту картину? Дело в том, что если этот сценарий я писал бы для себя, то он был бы совершенно другой. Если я не позволил бы двойников, это я не могу себе позволить, потому что это чисто комедийный ход. Если я не позволил бы переодевать их в женские одежды, и картина была бы намного менее смешная, чем сейчас. Но рука Данелии все равно была видна в фильме невооруженным глазом. Серый очень переживал по этому поводу. Даже бешеный успех картины не обрадовал его. Ведь на премьере был снова Данелия. Серый в это время опять лежал в больнице. Я думаю, любой бы обижался на его месте. А режиссеры все тщеславные. Тут никуда не денешься. Тщеславные, злопамятные, как хотите. Позже Серый еще раз обратился к Данелии за помощью со сценарием нового фильма. Но тот был занят и отказал другу. У него действительно там пошло сразу. Там после Афони он сразу с Мимино запустился. После Мимино сразу запустился «Слезы капали» и так далее, и так далее, и так далее. В общем, полно было совершенно других историй. В общем, было не до Серого. Серый страшно обиделся. Говоря, вот так и произошла ссора. Александр Серый потом снял еще пару фильмов, но они прошли незамеченными зрителями. Болезнь режиссера прогрессировала, и, не выдержав мучений, он застрелился в возрасте 59 лет, так и не помирившись с Данелией. Наталья Кустинская смертельно обиделась на Юрия Чулюкина за то, что он не взял ее на главную роль в свой фильм «Девчата». А ведь именно она предложила режиссеру снять эту картину и не сомневалась, что роль поварихи Тоси будет ее. Приходит она на Мосфильм и говорит своим коллегам: а вы знаете, а я утверждена на главную роль в «Девчатах». А ей отвечают: в смысле? Так там же уже Румянцева снимается, и съемки уже идут полным ходом. Ситуация обострялась тем, что Чулюкин и Кустинская были на тот момент супругами. И актриса посчитала такой поступок мужа настоящим предательством. Я была замужем за продюсером и за режиссером, могу сказать, никаких гарантий к тому, что вы получите роль, а к тому, что вами будут заниматься как актрисой, никаких гарантий к этому нет. Потому что либо у них пунктик на то, что как я могу по блату брать там свою, либо пунктик, что как же я художник, я должен найти идеальную исполнительницу для этой роли. Так думал и Чулюкин. Он верно увидел, что Кустинская ну никак не тянет на простушку Тосю. Такой красавице завоевать любого мужчину расплюнуть. За ней не только бы герой Рыбникова бегал, но и вся мужская половина леспромхоза. Опять же, я могу сказать, что самое главное, что картина получилась в итоге. И у Румянцевой прекрасная роль, и вся работа прекрасная, замечательная. Я не уверен, что Кульчинская бы так сыграла, на самом деле. Поэтому здесь я целиком на стороне режиссера. Чтобы позже задобрить жену, Чулюкин снял ее в главной роли в своем следующем фильме «Королевская регата». Хорош, Гусь. Бросьте его, Ленка. Ладно. Все это шикарным образом обставлялось, везде висели портреты Кустинской. Только другое дело, что фильм оказался плохой, не пошел у зрителя, в отличие от черно-белых простеньких девчат, которые и сейчас вышли аж на второе место по зрительской популярности после операции из последнего опроса. Какие картины советские самые лучшие? Многие говорят, что именно из-за конфликта по поводу девчат Кустинская и Чулюкин в итоге развелись. Да, наверняка осадочек у актрисы остался, но главной причиной их расставания – все же было другое. Разрыв их произошел из-за того, что он очень любил баб, а она очень любила мужиков. То есть они без конца друг друга изменяли. Вот. И он не мог жить без баб, она не могла жить без мужиков. Позже Кустинская еще сменила немало мужей, но встретила свою старость и смерть в полном одиночестве.
Юрий Чулюкин трагически погиб в 57 лет на кинофестивале в Мозамбике. Упал в шахту лифта. Наш фильм о приключениях Шерлока Холмса считается классикой, причем не только в России. Роль Василия Ливанова отметила даже английская королева Елизавета, вручив актеру почетный орден. Ну, это очень круто. Получить награду от Елизаветы. Ну, это, наверное, одна из самых глобальных таких мечт, которые могут исполниться. Но мечта могла и не исполниться, ведь Ливанов чуть не потерял роль Шерлока Холмса. Он сильно не ладил с режиссером картины Игорем Масленниковым. Хотя именно тот выбил кандидатуру Ливанова у худсовета. Те были против, так как актер славился своим буйным нравом и любовью к выпивке. И я просто убедился, что вот он годится для Холмса. Такой умеет носить костюмы, пижонить умеет, да, позер, да, любит поговорить, причем говорит интересно, грамотно и так далее. И удивительный голос. Неповторимый просто голос. Дело в том, что таких людей, как я, в мире очень немного. Может быть, даже я такой один. Но только работа над фильмом началась, пришла весть. Ливанов не в форме и явно надолго. Съемки остановились на несколько дней. Только когда Ливанову пригрозили, что его заменят другим актером, он взял себя в руки, хотя обиду на режиссера затаил. На самом деле, мне кажется, что Ливанову, замечательному артисту Василию Ливанову, не о чем грустить, поскольку он приобрел главное, он приобрел роль жизни и стал настоящим Шерлоком Холмсом не только для нас, но и для всего мира, как я понимаю, для Британской империи уж точно. Это элементарно. Конфликт Георгия Юматова с режиссером Владимиром Мотылем закончился тем, что актер потерял главную роль в фильме «Белое солнце пустыни». Ее сыграл в итоге Анатолий Кузнецов. Везет мне на эти дела. Кинокритики считают, что для Анатолия Кузнецова роль Сухова как раз-таки была самой звездной. Благодаря ней он получил такой великий масштабный старт. Но Юматов был сам виноват. Не секрет, что он сильно увлекался алкоголем. Актер не смог побороть тягу к нему, даже уже начав сниматься в «Белом солнце пустыни». Просто заперся у себя в номере и пропал на несколько дней. Ну, это уже давно всем понятно, что алкоголь и наша профессия, в общем, не дружит, скажем так. И я еще не видел ни одного случая, когда это кому-то помогло на площадке. Я сам через это прошел, сам не безгрешен, поэтому ни разу это дело не помогло. Режиссер ждал Юматова до последнего. Надеялся, что тот выйдет из запоя. Ведь, несмотря на такую зависимость, актером он был прекрасным. Но в один момент Георгий сильно подрался с друзьями-собутыльниками, его лицо было разбито. Ждать, пока раны заживут, Мотыль не мог и сделал товарищем Суховым Анатолия Кузнецова. Восток – дело тонкое. Говорят, Юматов до конца жизни жалел об упущенной роли. Георгий Данелия в пух и прах разругался на съемочной площадке фильма «Афония» с Михаилом Светиным. Актер постоянно говорил ему, как надо снимать, как лучше выставлять план, ставить сцену. В общем, вел себя как главная суперзвезда. А какой режиссер выдержит, когда ему указывают, что и как делать? Ну, смотрите, когда актер идет в проект, он знает, что режиссер отвечает за все, как дирижер. И если режиссер ставит задачу, твоя профессиональная обязанность ее выполнить, нащупать путь, как ее выполнить. Но это еще полбеды. Последней каплей стало то, что Светин решил покинуть съемки без согласования с режиссером. Так и сказал: мне надо на пару дней уехать, ничего не знаю. Я поругался с Данелией.
Это надо было только вот уметь. С Данелли. Он мне говорит, надо сниматься завтра. Я говорю, не могу. В Ленинграде я должен сниматься. А я там на телевидении вот такую эпизод мне дали. Я обещал. В итоге разозленный Данелли сократил роль Светина и в отместку даже не дал актеру озвучить себя. Поэтому по фоне Светин говорит чужим голосом. Держи. Поехали. Позже Светин признавался, был неправ, но с Данелией они больше не сотрудничали. Леонид Гайдай так поссорился с Евгением Моргуновым, что больше никогда не снимал его в своих фильмах. Он как бы капнул на вот ту самую главную боль Гайдая, который вот в условиях Мосфильма был как бы режиссером второго сорта. Это случилось на съемках «Кавказской пленницы». Режиссер вместе с директором картины сел вечером смотреть рабочий материал, как вдруг в комнату ввалился нетрезвый Евгений Моргунов с девицами легкого поведения. Гайдай увидел и говорит, ты знаешь, я не буду начинать просмотр, пока эти не уйдут. Я оборачиваюсь, я говорю, Женя, ну неудобно же, что ты их привел сюда, ну пусть подождут там. Или подумаешь, какой режиссер он вдруг. Тоже мне Феллини на него. Гайдай повыгоровел, покраснел, блин, весь от злости. На следующий же день Гайдай уволил Моргунова. Мне кажется, что ни пьянство, ни хамство, оно неуместно на съемочной площадке, всем работает. Оставшиеся эпизоды с участием Бывалова снимались уже без Моргунова, с дублером. Именно поэтому в этих сценах нигде не видно лица актера. Когда в «Кавказской пленнице» вы видите Бывалова со спины, знайте, это его дублер. Сам напросился. Моргунов вообще славился своим дурным характером. Он ссорился и с режиссерами, и с коллегами, и с друзьями. Его шутки всегда были на грани фола, а часто и за гранью. Слушай, меня сейчас в гости пригласили. Он мне говорит, там богатый дом, виски. Ну, в то время еды, говорит, во, поедем со мной. Я говорю, Жень, ну я людей не знаю, как что я поеду с тобой. Он говорит, да ты не волнуйся, ты будешь на кухне, я скажу, что ты мой шофер. Я говорю, да пошел ты. Вот такие шутки, знаешь? Из-за ссоры Моргунова с Гайдаем распалась знаменитая троица «Трус-балбес бывалый». Больше в фильмах знаменитого комедиографа Моргунов не появлялся. Знаменитый фильм «День сурка» прославил актера Билла Мюррея на весь мир и поссорил его с режиссером картины Гарольдом Рэмисом на долгих 20 лет. Ну, это такая грустная история. Мюррей и Рэмис были закадычными друзьями, и из-за скандала на съемках «Дня сурка» они стали закадычными врагами. Камень преткновения оказался в видении роли. Билл Мюррей хотел добавить фильм драмы, глубины, а режиссер требовал больше комедии. Но смех получался у Мюррея плохо. В то время он сильно переживал развод с женой. Однако режиссеру было все равно. Он ждал от актера кривляний и гримас. А тот в ответ постоянно огрызался и играл так, как хотел сам. Господи, это нам кажется, что все, земля перевернулась, не сделали по-нашему. Но я всегда говорю, если есть режиссер, ну он паровоз проекта, он вытаскивает историю. Вот. Хотя они часто помнят режиссеров, иногда вспоминают только Билла Мюррея, когда вспоминают этот фильм. После съемок актер и режиссер не общались долгих 20 лет. Помирились они только перед смертью Гарольда Рэмиса в 2014 году. Ну, мне кажется, что вообще очень в идеале, в моем идеальном мире, это когда актер, режиссер, сценаристы, шоураннеры и партнеры, они все заодно и рассказывают свои идеи, делятся, и тем самым получается общее коллективное творчество. В любом случае для зрителей все конфликты остались за кадром, а в памяти сохранилось только прекрасное доброе кино, где хватает и смеха, и серьезности. Может, он жив? Хотя вряд ли. 10 самых. Новые рейтинги в наших новых программах.